Когда-то это была прививка академика на манжуриус, то есть две крайности. Плоды, то есть как получилось, что совместимость идеальная, и был рекорд урожая 25 ведер, но это было 10 лет назад. А в прошлом году было чуть ли не 30, но никто не считал. Вот тут лежало 40 ведер. Это почти документально, потому что телевидение. При них собрали 10 ведер при телевидении, а оказалось, что как будто и не собирали. Такой был урожайщий. А на этом ноль внимания, хотя это культурный сорт, это как бы вегетативный гибрид академик-манжуриус. С тех пор до сих пор он имеет плоды 25-30 грамм. Так, получилось, носик есть, как у академика от него. Вот. Невероятная морозостойкость, потому что он больше, лучше всех приспособлен, если не считать чистых манжурцев. Кстати, вот те, что видите, вот там вот, вот там вот, вот, вон там он. Это все манжурцы. И только их пустил под пилу, и еще два культурных, которые рухнули полностью. Все рухнули вообще. Два культурных попало под эту, под раздачу из-за сумасшедшего урожая. Ну, а здесь обошлось как? Ждать, что вот это вот дерево рухнет, я, конечно, не ждал. Обрезку я делаю правильно. Нет, не так. Обрезку я делаю неправильно. Это, ребята, это важнейший момент. Это учеба. Нельзя делать раны заподлицо. Нельзя делать так называемые раны на кольцо. Вот. Нельзя. Видите, я оставляю пенечки. Вот, вот, вот. Вот так должно быть. Вот так должно быть. И у меня уже криком кричу. Вот так должно быть. С ума сошли. Вся страна, весь мир режет на кольцо, думая, что еще пишут, обязательно рядом будет вот такой, и здесь напишут неправильно. Вот. А там, где рана страшнее в два раза больше, заподлицо с корой, вот то правильно. Ошибка смертельная. Верят в нем сотни, может, уже тысячи людей. Но не миллионы, и продолжают калечить деревья. Вот. Ну, а после этого крика души, видите, вот обрезка моя, вот моя обрезка. После этого крика души, вот смотрите, как ломается, ветки подорожаем, вот так вот. Но это еще пронесло, потому что вот такое же дерево, огромное дерево с Серафима, рухнуло полностью. Вот так вот, друзья. Вот так вот, друзья. Ну что, закругляться будем. Осталось ровно 2 минуты. Вот эта ветка, она называется волчком. Их убирать нельзя, это будущая крона. Вот. Что еще сказать полезного? Вот это дерево могло рухнуть. Поверите, детство на этом небольшом дереве было 15 ведер. Я такими цифрами говорю, как будто это все сказки. Ведь мы же в реальном саду. В самом реальном саду. Вот. Просто хотите такое иметь? Вот, пожалуйста, видите, не отрезайте заподлицо. Умоляю, друзья, умоляю. Вот это вот, на этом крике души я закончу. Вот, вот она, венгерка. Видите, представляете, что если бы тут была рана, полностью отрезана, вот тут была рана, что бы было бы? Вот тут, вот смотрите, вот тут была бы рана, вот тут калечат деревья, вот смотрите. Я не болтун. Умоляю, расскажите всем вокруг, соседям, родственникам, не из раны на кольцо, если она официально называется обрезка на кольцо, я называю рана на кольцо. Ужас смертельный, нельзя, нельзя, нельзя. У меня это, не погибло этот, вот из этих деревьев, которые я спилил. Если ветки рухнули только от урожая, не от мороза, значит, я знаю, что говорю. Вот. Чуть не сказал, что за базар отвечаю. Скоро мы полностью перейдем на этот самый, на уголовный жаргон. До этого жизнь достала. До свидания, друзья. Посмотрели на маточный сад? Вот. Где там Сережа? Далеко, видать, раз его не вижу. Ну, наверное, и пока.